вернись к нам, добрый друг Спартак. И может снова будет так. Футбольное поле, волейбольные, баскетбольные площадки, хоккейная коробка, городки, спортзал, гостиница и раздевалка. Ну и, конечно же, на прокат коньки. Пока здесь голое поле, снег, трубы и стройматериалы. Но глава округа заверяет жителей Звенигорода, на «Спартаке» будет все. И трибуны для зрителей, и второй вход на стадион, и площадка для командных игр. Все это подрядчик обещает сделать уже летом. Причем пожелания от жителей по обустройству объекта поступают и сейчас, во время реконструкции. Например, о выделении места для силовых видов спорта. Смотрите, это же у нас не памятник, не арт-объект. Если есть спрос на этот, эти занятия, давайте сделаем. Спрос есть. Да. Кто будет заниматься? Спрос есть. Спортивная школа, это какие-то здесь любители. Очень много места, есть штангу толкать, это все, пожалуйста. Скорее вот эту штангу нужно будет разместить где-то под навесом, чтобы можно было заниматься в любую погоду. Жители показали главе округа архивные фото и вырезки из советских газет о подготовке на «Спартаке» спортсменов-олимпийцев. Одно из предложений, которое поддержал Андрей Иванов, сделать музей или постоянную экспозицию на стадионе. После беседы с жителями глава муниципалитета ознакомился с ходом работ на объекте и пообщался с подрядчиком. Что касается графика работ, техник, силы, средства, повлияли на вас санкции каким-то образом? Вы знаете, в прошлом году мы закупили голландскую траву на футбольное поле. Мы законтрактовались, цены нам подтвердили. Многие позиции все-таки у нас отечественного производителя. Ну, в частности, это хоккейная площадка казанская. То есть у нас, в принципе, все эти вещи проплачены. Мы ждем поставки. То есть по готовности это будет все уже привезено сюда и будет смонтировано. Сегодня на объекте проведены подготовительные работы по сетям водоснабжения и канализации. Установлена часть ограждения, готовы основания под будущую парковку и хоккейную коробку. Проводится уплотнение грунта. К основным работам подрядчики приступят, как только позволят погодные условия. Сейчас обязательно завести нерудные материалы. Пока есть возможности, нет такого ажиотажа на рынке. И дальше продолжаем ход работ по расчистке территории от снега и оставшегося мусора строительного. В рамках реконструкции «Спартака» проведут и формирование береговой линии. На набережной появятся 3 смотровых площадки, лавочки, лестница для доступа к воде, а также место для фотосессий с надписью «Я люблю Звенигород». В итоге стадион вновь станет точкой притяжения для всех жителей и гостей города. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».